Рига, 12 сентября 2024 года. Перед вами улица Брибас, кабинет министров, гостиница Редисон, раньше она называлась Латвия. Мы видим вот памятник Бартонай де Толю. И буквально на днях вандалы совершили очередную свою пакость. Борются с памятником. Ну а с чем еще бороться вандалам? Вот с памятником Барклай де Толю. Вот такая табличка. Постамент, как мы видим, был заляпан тоже. Кстати, сам постамент является историческим памятником и хранится государством, по моим данным. И вот видим, как вот следы краски шли сюда, в сторону кафедрального собора. Это кафедральный собор Рижский, пока еще Рижский, пока еще кафедральный. Его, не дай бог, опять начнут его изымать. И следы краски шли вот в эту сторону. Ну что, полиция найдет вандалов или нет? Или не будет искать? Или скажет, здесь мы не видим, мы не знаем, камер нигде нету, полиции нигде нету. Ночью мы ничего не знаем, темно. Еще раз подчеркиваю, здесь кругом на каждом здании стоят камеры. Впереди дом, где живут бывшие президенты Латвии, в Ригу, центральная улица. Там на параллельной улице, там стоят тоже несколько камер круглосуточного наблюдения. Ну, буквально, куда ни ткни, есть камеры. И при желании полиция может найти вот тех вандалов, которые совершили вот такое вот. Но будут искать или нет, неизвестно.